Всем привет, с вами я, Наталья Гудкова. И сегодня у нас с вами прогноз на 21 мая 2024 года. Итак, давайте посмотрим и вытащим карту дня, что нас все-таки ждет в этот день. Перемешаем колоду, да? И я вам расскажу, что именно, да, нас с вами ждет в этот день. Так. Вот такая карта. Сегодняшний день может принести нам разочарование, к сожалению, в любой жизненной сфере, да, будь то любовь, будь то работа, но какое-то разочарование потерпит. Это меланхоличное отношение, либо настроение, когда человеку ничего не хочется и ничего ему не интересно. Такое впечатление, что он впал в какое-то меланхолическое, да, настроение. Нет желания что-то делать и куда-то двигаться вперед и что-то познавать новое. Даже если сегодня во всем грустном настроении, то помните, что это ненадолго. Не впадайте в уныние, в депрессию, либо не сильно погружайтесь сами в себя, да? Все рано или поздно закончится, и белая полоса обязательно будет, да? И вы сможете разобраться в той или иной проблеме, которая сегодня возникла. После, это самое, просто подумайте, а что привело в такую ситуацию, а как выбраться? В этот день лучше побыть, наверное, вам наедине, чтобы осознать эту данную проблему и решить ее наилучшим образом. С вами была я, Наталья Гудкова. Пока-пока. Прогноз на 21 мая 2024 года. Пока-пока.